Розовенький я, это как бы не по мне, Жека, это не по мне. Не, 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 как раз таки по тебе, Эдисон. Не-не-не, я дизайн! В смысле нельзя? Почему тебе за тебя все? Ладно, 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 я уйду, не бей меня. Ох ты ж четырюга, да? Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вместе с Жекой мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими сериями троллинга. И это видео выходит только благодаря вам, и у нас есть для вас маленький сюрпризик. Да, ребята, в очередной раз мы с Жекой уже делали однажды вот такой сюрпризик. Мы добавим 100 случайных людей к нам, друзья, в контакты. Поэтому, ребята, все, что вам нужно, это как можно быстрее заходить на наши страницы, которые сейчас находятся в описании, добавлять нас в друзья, и через день, да, где-то так, Женек, через денек? Да-да-да, где-то так. Через денек мы добавим 100 случайных людей к нам в друзья, поэтому заходите, добавляйте как можно быстрее, чем быстрее добавите, тем больше шансов, что попадете к нам в друзья. И, конечно же, не забывайте ставить лайк под этой серией, если вы хотите, чтобы новое видео по троллингу вышло намного быстрее, хоть завтра, да. Ну что, Эдисон, я думаю, можно начинать. Ой-ой-ой. Давай, Жек, мне уже не терпится, что-то давно мы да, не троллили. Да, я так давно для тебя ничего не строил, мы тоже ездили в Москву, вот, и недели не заходили вообще в Майнкрафт, поэтому... Я погиб. Ой, я тоже. Все, давай там, давай. Ой, ребята, на самом деле это действительно правда, мы с Жекой были около одной недели в Москве, и за это все время мы не записывали видосы, потому что до Нового года мы записали больше, чем 7 видосов наперед. Сейчас мы вернулись домой, я первый день дома после такого длительного отъезда, я сейчас зашел в Майнкрафт, я не знаю, что мне строить, что мне тут делать, потому что я уже, если честно, нифига не помню. Ребята, как обычно, я король троллинга, поэтому Жеку я сегодня... постараюсь в очередной раз надереть ему кое-что, да. Поэтому, ребята, ставьте реально большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите видеть больше троллинга, как обычно. Мы же будем записывать его как можно чаще. А сейчас дайте мне немного времени, пространства в голове, чтобы я что-то придумал и построил что-то хорошенькое. Да. Ой, ну что, ребята, первое мое испытание готово. После того, как Жека зайдет вот сюда, ну, он увидит, в принципе, пока что такую непонятную построечку. Я ему скажу: Жека, тебе нужно зайти вот сюда. Тут тебе ничего не нужно искать, ничего. Но все же, если его настигнет любопытство, то если он пойдет вот сюда, тут провалится вниз, потому что тут, видите, есть небольшой сундучок. И подумает то, что тут ему нужно найти какой-то код, который открывает вот эту дверь, но на самом деле там ничего не будет. Ну, или же пойдет вот сюда... Но он тут не может идти, потому что, как видите, его тут отталкивают вот эти вентиляторы сумасшедшие. Это очень сложно будет для него, чтобы туда пробраться. Я, кстати, еще вот сюда один поставлю. Один как-то... Вот как-то вот сюда, да. Это вот так очень сложно будет для него потом. Даже знаете что? Даже вот сюда куда-то поставлю. Вот так. И потом еще один... Вот сюда поставлю. Вот так. Сложно для него будет вот туда пробраться, но все же Жека справится 100%. После того он зайдет вот сюда. Знаете, какой тут будет код? 2017. В принципе, логично, да? Ну, допустим, он зайдет вот сюда. Я ему скажу: Жека, ищи выход на крышу. Тут, в принципе, все будет очень просто. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Откроет вот тут дверь и зайдет вот сюда, да? Потом пойдет сюда. Тут тоже дверь, но тут он провалится вниз. 100% провалится, потому что тут он не пробежит. Потом только придумает такое то, что тут нужно как-то вот так перепрыгнуть. Если честно, даже для меня это сложно перепрыгнуть. Но у меня как-то вот это получалось. Вот, допустим, опа, вот так, и все. Запросто. Потом, что тут будет? Тут также будет какой-то проход наверх. Я, если честно, сам уже забыл, где он. Вот он, идет вот сюда. Проход наверх, если ему будет интересно, что тут такое... Бум, он опять провалится вниз. Ему нужно будет вот так обойти вот сюда, и он выйдет вот сюда. Тут хреново то, что вот это все горит. Очень хреново, потому что ему нужно как-то будет пробраться вот сюда. То есть тут будет дверь, я скажу: ну, Жека, иди. Он пойдет вот сюда, опа, и упадет вот так вниз. Все очень просто, потому что на самом деле ему нужно будет пойти вот сюда. Другой стороной. Тут я еще пока что ничего не придумал. Сейчас буду строить тут что-то необычное, потому что пока, ребята, еще сам не знаю, что тут будет. Сейчас посмотрим. Ой, ну что, ребята, все мои испытания завершены. После того, как Жека окажется вот тут на финальном уровне моей крепости,
Если он пойдет вот сюда, то он, конечно же, провалится в лаву. Но если он найдет выход и пойдет вот сюда, дайте-ка быстренько выключу снежок, дождик, он пойдет вот сюда. Тут у него будет также много дверей, которые он будет открывать, 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 открывать. Он придет сюда, и тут у него будет задание попасть по всем этим кнопочкам на вот этих лампочках, которые вот тут для него построены. Тут он добудет лук, тут он добудет стрелы и будет полчаса стрелять, 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 потому что, как видите, у него тут дофига бегающих зомби, которые будут ему мешать выполнить свое задание. Но в конце концов, это будет троллинг, потому что ему вообще не нужно стрелять, вообще, это просто для него ради увлечения, чтобы просто тренировать его мастерство владением луком. Мне кажется, он немного разозлится, то, что я так над ним издеваюсь. Но, да ладно, да ладно. После того, как он тут будет нервничать, 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 стрелять, я сломаю ему вот этот заборчик. Он пойдет сюда, и ему нужно будет пробежать между вот эти все зомби. Они на него не будут нападать, если он будет быстренько пробегать. Но вот эти зомби будут. Вот тут в конце эти зомби будут на него нападать, будут его очень далеко отталкивать. Поэтому ему нужно как можно быстрее нажать на вот этот рычаг и... пройти вот сюда. Ёханый баба, я сам попался на свой же троллинг. Ну, как видите, в принципе, что было сейчас со мной, то, мне кажется, будет и с Жекой. Надеюсь, то, что с Жекой будет так же, то, что сейчас было со мной, очень на это надеюсь. Ребят, мне сейчас вот это все нужно будет перестраивать или может даже вот так оставить, мне кажется. Все будет очень даже прикольно, если я вот, допустим, опа-опа, мины поставлю вот сюда. Да, вот так, и вылечу вот через вот эту стеночку. Ну, я ему скажу, Жека, тебе нужно добраться до вот этого командного блока, чтобы пройти мой уровень. Но, как вы знаете, он никак сюда не сможет добраться, потому что, как видите, что со мной только что было, то и с ним будет. Да, даже если он сможет дойти вот сюда или вот сюда, ничего хорошего это не закончится, потому что тут у меня есть вентиляторы, которые просто будут отталкивать в сторону и тем самым драть Жеке, можно сказать, задницу. Да, посмотрим. Сейчас ждем, пока Жека закончит, и будем приступать к самому троллингу. Ну что, Эдисон, я готов, я готов. Это ты, что, ну что, я готов, я первый. Ну, я уже упал. Это уже троллик начинается. Это что там такое? Где? Какая-то штука. Вот секретик, нельзя смотреть. Пошли, Джека. Так, Эдисон, включай гейммод. Ну, я не знаю, может быть гейммод 2 включить. Ну ладно, 0, так уже быть. Все, я включил, пошли. Окей. Так, в общем-то, Эдисон, да, привет. Ой, привет, привет. Вот мой троллинг, заходи, не стесняйся, красивенький домик, ты любишь такие, я знаю, так что... Розовенькие, это как бы не по мне, Жека, это не по мне. Не, как раз таки по тебе, Эдисон. Не, я сейчас нельзя, В смысле нельзя? Почему тебе эти сразу запоры? Все, ладно, я уйду, не бей меня. Ох, ты ж тетерюга-то, а. Чё это такое? Я не продумал, Костя. Чё ты думал? Так, алло, так куда? Просто... Нет! Ладно, ты. Все, ладно, все, успокойся. Он офигел, он против правил играет. В смысле, это ты не достал? Ладно. Стоп, давай, все. Так, в общем-то, Эдисон. Ну? Ты находишься... Почему опять писюны? Почему писюны же? Ну, ты в скором времени узнаешь. Ты просто очень плохо поступил с одним человеком. Вот, ну ты подожди, ты тут еще не все посмотрел. Какой Ибракима? А ты с другой посмотри. Стефан. Ну я тут как бы ни при чем, да, этот что-то Стефан, да, с Ибракимом, да, да, тут выделывает. Ну, просто ладно. Понимаешь, ты меня оставил со Стефаном в одной комнате, и мы с ним подружились. Но ты его убил, точнее, ты меня заставил его убить. Вот. Мне интересно, как вы там с ним подружились, тесно подружились? Он вообще-то хороший парень оказался. В общем-то, проходи, не стесняйся. Вот, это, собственно говоря, кладбище. Ну, Стефан же умер, вот. Ну. Это кладбище. Ну, тут его могилка. Он был таким пупсиком. Ну, ладно. Вот, в общем-то, ты должен здесь, в этом кладбище, найти что-то секретное, что ты должен найти. Добро пожаловать к Стефану. Не хочу к Стефану. Ой, ты открыл еще одного Степана, что же делать? Эдисон, ищи выход, Степан у тебя преследует, они тебя отомстят за меня. Жека, тут нету выхода. Почему это все...
Я же тебе сказал, что Стефаны будут мстить за меня. Они же, мы с ним подружились, так что все, Эдисон. Можно я тут поставлю, Жек, пожалуйста? Их вообще можно, нет? Ну как бы можешь оставаться здесь хоть навсегда. Стефаны будут с тобой делать очень много всего хорошего. О-о-о, там что-то было, там что-то было. Да уйдите, проклятые! Заколебали. Это тебе месть за все мои страдания. Это тебе месть. О, это я. Ладно, окей, ты справился. Ладно, погоди, ты как он через дверь вышел. Ой, а что это произошло? Пошел ты в задницу! Я тебе сказал, тебя будут Стефаны преследовать всегда теперь. Ты будешь в страшном сне просыпаться, и тебя будут преследовать Стефаны. Ну у тебя почти получилось. Ты молодец, молодец. В принципе, выбрался из рук Стефана. Вот. Ну сейчас еще раз провалюсь туда, наверное. А ты уверен, что тут можно перепрыгнуть, не? Давай я даже тебе полегче сделаю задачу. Собственно, Стефан не умер, Стефан стал призраком, и он тут до сих пор развлекается. Вот, он тут скелетов спаривает. Вот. Ну. Тебе нравится, да? Ну, сейчас смотри, у тебя есть выбор. Ну. Выйти из кладбища и покинуть любимого Стефана. Любимого тебе Стефана, ведь так тебя любят. Ну. Или все-таки вернуться к Стефану. Как тебе вот все? Вернуться к Стефану, он же меня любит. Ну хорошо, хорошо, иди к Стефану. О, здрасте, здрасте. Так, мне опять хочется к Стефану. Мне опять хочется к Стефану, я опять к нему. Ну ты можешь, в принципе, идти опять к Стефану. Ну ладно, ладно, выход, да? А значит, выход. Да, да. Ой, я сам случайно вышел. А Жек, я могу вот тут остаться? Мне вот с этими нравится. А, тебе нравится? Ну ты можешь прям между ними встать. Не-не-не, тогда ладно, тогда выйду. Хорошо. Собственно, Эдисон. No. Ну, как бы Стефан умер, но ты не учел одну вещь. No. У Стефана был его брат, которого зовут Ибрагим. Собственно, ты мог его уже заметить. Не-не-не, я его не заметил. А вот и он, Эдисон! И ты останешься этим Ибрагимом. Нет! Жека, я тебе даю слово, Стефан еще вернется, тебе будет не сладко, Жека. Нет, Стефан умер. Не-не-не, я его воскрешу. Он стал призраком. Нет, нет. Вот, в принципе, ты можешь быть с Ибрагимом, смотри, у него борода какая-то. Да, красиво, мне понравилось. Это его писюны вот тут. Это их настроил. Это его дом, да. Да, да. Классно. Собственно, ладно, начинай, пожалуй, проходить твой троллинг. Да, давай, выпускай меня, давай выпускай меня. Не-не-не-не-не, ты же сам, ты останешься всегда. А, ну ладно, ладно, ладно. Все, пока, Эдисон. Давай, я тогда сам выйду. Ой, будешь ты жалеть, когда Стефан вернется. Ох, будешь. Ой, да нет, я тебе обещаю. Так, ладно, давай, Жека, в геймод 2, пошли. Да, хорошо, иду, я готов. У меня такой себе троллинг, если честно. Ну ладно, пошли. Так, пойдем. Ну тут аккуратнее, не нажимай на плиты. Так, в этот раз я буду... Ага, тут есть вентиляторы, я понял. Да. Это опасно. Так. Так, ну давай, тебе нужно пройти вот туда, внутрь. Это я где код взять? А вот, ну смотри, тут же есть выходы вот сюда, направо, налево, там можешь тут посмотреть, поискать. Только смотри, на шипы не стань случайно. Нет. Жека, на шипы не стань случайно. Нет, помогите. Я не хочу умирать, пожалуйста. Нет. Ладно, давай, я тебе попроще все сделаю, давай. Ой. Все, отлично. Так, а сундук не открывается. Сундук не открывается, Эдисон. Мысль не открывается. Он не открывается. Как не открывается? А ну, давай, сейчас попробуй. Ну, блин, лучше к тебе не открывал. Так, хорошо. А что, куда мне идти? Ой, ну не знаю, ты уже не... Ну, можешь, конечно, там походить, как бы без разницы, да? Ну, можешь там побегать, походить. Мне кажется, меня тут заперли. Ну все, Жек, ты уже себя сам затроллил, поэтому, ну, я тут постою, ты там попытайся как-то выбраться, ладно, хорошо? Где ты постоишь, а как мне вернуться? Ну все, вот давай. Да, и да. Чё, в смысле? Я не нашел никакого кода. А, ну можешь еще раз пойти туда, нажми там что-то, найди, не знаю, поищи же, как тебе угодно. А вот еще тут, кстати, не был, смотри. А, да, кстати. Тут так, найди. Код, тебе нужно код найти. Тебе... Нет! Так ничего нет. А, не, ладно, значит тебе нужно угадать код. Это такой просто, знаешь, отвлекающий момент. Ай, да ёб, красоте, спасите! Дебил. Я ничего не понимаю, что мне делать? Жека, найди код, угадай код. Ну, Жека, ну вспомни хорошие воспоминания. Вот вспомни, как же нам в Москве было хорошо. Вот, а что мы там встречали, а?
Что мы там встречали? Я даже не знаю, что мы там встречали. Твое день рождения или там, не знаю. Может быть, может нет. 01-01? Нет. Что вы там встречали? А, 2017 год вы там встречали, да? Да, ура! Так, Жека, просто найди выход. Тебе нужно найти невидимые двери и просто пробраться на самый верхний этаж. Да, все, давай, вперед, вперед, давай, молодец, молодец. Я побежал. Давай. Так, ага. Ой, это что, нереально! Ой! Да стоп, это не... невозможно, давай. Ты там паной, да, может быть. Возможно. Зомби! Жек, там аккуратнее, там может что-то заспавнится. Или вот тут. Ну не знаю. Нет, ничего не спавнится пока. А тут ты тут ничего не пропустил? Это так, тебе подсказка на будущее, может там тебе пригодится что-то. Я слышу, кто-то топает. Ну ты поищи, тут может что-то будет. Что-то на все тыкаю, ничего нету. В смысле, вот тут может что-то вот на этих вот блоках. Нету? Да, ну, значит, да, я забыл там что-то поставить, ну ладно, без разницы. Ну да, чтоб я упал, да? Да. Спасибо. Да. Я не буду падать, спасибо. Так, да. Театр, я уже думал, тут ничего не будет. Жек, ну если бы ты запомнил, я тебе сказал в самом начале, тебе нужно идти невидимые двери, а вот это видимое, ты сам себя затроллил. Ага. Вот, все, я понял. Да. Не, в смысле, стоп, ты не понял? Ты назад вернулся, дебил. В смысле, а что мне делать тогда? Вот оно. Так. Давай. В смысле, кто меня бьет? Ой, не знаю, случайно. Ой, ее опять случайно, давай. Ой, мама дорогая. Так, Жека, ну ищи, вот тут лук, вот тут стрел, тебе нужно попасть по вот этим всем кнопочкам. Чтоб там что-то открылось, знаешь, что-то там такое классненькое, да? Хорошо, эти собаки будут тебе мешать, конечно, да, но ничего страшного. А как ты так сделал, прикольно, так бегают? А, не попал по зомби. О! Да блин! Ой! Да блин! Ай, не попал. Ой, по зомби. Я справлюсь. Вот. Так, попал, туда попал. Молодец. Ой, не по зомби попал. О, молодец, молодец. Так тупые зомби, они такие жирные. Твою мать! Ну, это невозможно! Ну, я проверял все на себе. Ой. Так, хорошо. Так, давай! Да они дебилы, они бегут тогда, когда стреляют. Так, опа! Ой, молодец. Ой, давай, еще три осталось. Еще три же. Да твою давай! О! Осталось. Нет, вот. И вот еще тебе нужно нажать вот на эту кнопочку, которая вот там далеко, вот туда нужно. Она вроде уже горит. Ну, а нужно еще раз попасть туда. Мне кажется, это будет очень сложно, да? Да не, я справлюсь. О, ладно, Жека, я тебе помогу. Ты все это делаешь только ради того, чтобы тут открылось, вот, проход открылся, да? Там ничего не открывается, потому что это троллинг, ты просто стрелял там, оттачивал свое мастерство владения луком, поэтому... Уйди ты, помогите! Побежал! Жек, аккуратнее, Ты себе не представляешь, как прикольно, когда зомби за тебя побегает и толкает тебя нахуй. Это не Саша разобал? Можно еще... А! Помогите! Ой, так интересно. Ой, Жека. Отправлю тебя опять. Я заколебался убирать. Все, это был конец? Да. Да, ну ты прыгай вниз туда. Вниз? Да. Зачем? В смысле, тебе нужно туда добраться до вот этой... Да, молодец. Ага. Ой, случайно. Прыгнул куда-то, ой. Ой, опять куда-то. Конечно, не работает, потому что там ничего нету. Ой, ты себе представляешь, как это прикольно. Зомби такой, да пошел ты в сраку, и толкнул тебя туда на мины. Давай, я жду, наверное, на своем стульчике. Я тоже тебя жду. Давай. В общем-то, ребята, мы будем заканчивать. Не забывайте про наш сюрпризик, да, то есть про наш конкурс на добавление в друзья ВКонтакте. Да. Повторим. Ссылочки на наши страницы будут в описании, и моя, и Жеки в описании. Заходите, чем быстрее добавите друзья, тем больше шансов попасть к нам в друзья, да, Жека? Да, это будет буквально через день, так что все очень скоро. Да, ребята. И также не забывайте, как обычно, ставить большие пальцы вверх на вот эту серию, если хотите больше серий с троллингом. А мы будем прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедово, ребята.